Сегодня в меню пирог на противне. Для этого нам понадобится тесто Ювка. Будет использоваться 5, ну вот, штучек. Вообще будет готовить дочь, а я буду оператором и комментатором. В России есть тесто, забыла, как называется, ну, в общем, тонкое, можно найти его. Дальше, соус. Дочь уже приготовила его, но, тем не менее, ингредиенты такие. Одно яйцо, 4 столовые ложки. У нас йогурта в России можно заменить сметаной. 200 грамм минеральной воды. И вот такой вот один стаканчик, он примерно 100 грамм. В нашем случае оливкового масла, но я думаю, что можно заменить и растительным. Разумеется, соль. Для начинки пирога будет использоваться лук пассированный, тоже на растительном масле, да? И отварной картофель, но он до полуготовности, натертый на крупной терке. Зажарить это все, слегка обжарить, чтобы было вкусно. Вспомнила, как в России называется тесто фило. Ну все, обжариваем начинку, добавили соль, черный перец и красную паприку. Но это для цвета, можно и не добавлять. Картофель слегка обжарился, добавили туда петрушку, потому что без нее в Турции прямо вот никак. Противень смазали растительным маслом и хаотично бросили листок ювки. Продолжаем дальше. Следующий листок ювки разрываем на любые части. И также хаотично драпируем свой пирог. А сейчас будет уже классная начинка, да? Ну вот, один слой накидали. Сейчас щедро будем поливать. А, вначале соусом будем поливать щедро. Вот так вот. Давай, поливай. Угу. В соусе яйцо, минералка, сметана, масло, соль. Ну вот так, сверху начинки. Пироги в Турции не забиваются начинкой. И чем меньше, тем вкуснее. Можно добавить остринки, чтобы не было пресно. Слегка. Следующий слой опять хаотично разорванная ювка, и потом соус, и опять начинка. Итак, сколько будет слоев? 3, 4? 3. Так будет 3 слоя. Последний слой закрываем теми краями, которые были, ну, сверху листа, так скажем. Заворачиваем. И края обязательно смазать вот этим вот соусом, чтобы они не подгорели и были сочные. Сверху дизайнерский штрих в виде кунжута. И все, отправляем в духовку 180 градусов до румяной корочки. Прошло 40 минут, и наш пирог готов. Вот так это выглядит на тарелочке слоисто. Сочно, нежно, очень вкусно. Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!